Ежегодно во всем мире отмечается Международный день борьбы с наркоманией. На территории Всероссийского детского центра «Смена» провели тематический комплекс, а также показательные мероприятия антинаркотической направленности. Как правило, эти мероприятия получают положительные оценки. Ребята подходят, благодарят за данные мероприятия, просят повторить. Ну и, как традиционно, наибольший отзыв и отклик у ребят вызывает выступление кинологов. Ребята с большим интересом принимали участие в конкурсах, создавали свои команды и вместе отвечали на вопросы тематических викторин. Мероприятие мне понравилось. Мне особенно понравился мультик с привязанностью к привычкам. В завершении мероприятия на сцене выступили кинологи. Большой интерес у зрителей вызвало выступление служебных собак, которые выполняли сложные команды и искали спрятанные предметы. Она должна все осмотреть и обозначить нам, что мы спрятали, да? То есть и стоять неподвижно. Мы с моими коллегами покажем работу наших собачек. Они ищут имитационные вещества, задержат преступника и как они выполняют наши команды. Такие мероприятия проводятся на постоянной основе в разных городах края. Екатерина Фролова, Михаил Григорьев, «Анапа регион».